У меня нет ненависти к арабам. Я люблю евреев. И иногда это нелегко. Я желаю арабам всего наилучшего в другом месте. Я не хочу убивать арабов. Напротив, арабы будут убиты, если останутся в стране. Каждый день арабов будут убивать солдаты. Вы увидите это по телевизору. Вы будете видеть это по всем крупным каналам каждый вечер. Как евреи убивают арабов. Я не хочу, чтобы это произошло, и ответ прост. Он болезненный, но простой. Арабы должны получить возможность выбора. Все, кто хочет остаться в стране, могут это сделать с сохранением всех культурных, личных, религиозных, экономических и социальных прав. Но не национальных. Они не голосуют, они не граждане. Если они выберут этот вариант, отлично. Если нет, они должны уйти.